В этом году парк имени Зернова отмечает свое 75-летие. К этому событию сотрудники подготовились основательно. В последние выходные августа гостей парка ждет юбилейный марафон. Начнется он с концерта на танцевальной площадке в 18:00, а в 8 вечера стартует фестиваль уличного кино. Мы будем смотреть конкурсную программу. Это 7 лучших короткометражных фильмов, которые были отобраны оргкомитетом фестиваля уличного кино для участия в конкурсе в этом году. То есть мы вновь будем голосовать фонариками, да, за лучшую понравившуюся нашим горожанам картину короткометражного кино. 26 августа в 11:00 откроет свои двери фестиваль «Дары лета». Его организуют ветераны и пенсионеры города. В это же время на танцевальной площадке пройдет проект «Ретро-танцы», где прозвучит музыка для тех, кому за. А перед танцевальной площадкой маленьких гостей ждут сотрудники парка с интерактивными играми. В этот же день, уже в 8 вечера на танцевальной площадке в Летнем кинотеатре, мы вновь присоединимся к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой увидим... Встретимся с персонажами Успенского и посмотрим детскую комедию «Чебурашка». И далее встретимся с космосом, увидим драму «Вызов» режиссер Клима Шипенко. 27 августа в 14:00 на танцплощадке стартует программа «Радости парка», где все желающие смогут принять участие в творческих играх, посмотреть на азотное шоу от Музея занимательных наук «Кварки» из Нижнего Новгорода. Также гости парка попробуют сочные арбузы и увидят шоу мыльных пузырей. В это же время на набережной реки Сати стартует фестиваль «Вкуснофест». В этом году он отпразднует 5-летие. Предприниматели города представят на суд гостей свои работы, а также все желающие смогут продегустировать блюда, которые для них приготовят участники. Завершится вечер выступлением группы «Биртман» из Санкт-Петербурга. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.